Приветствую вас. Я бы сказал, что вам нужно обратить внимание на разность того, что можете вы и ваш молодой человек. То есть имеется в виду, что вы можете одно, а молодой человек ваш может совсем другое. Вот. И идея моя заключается в том, что вы вот каких-то его особенностей, да, ну вот его особенности какие-то, да, вы его особенности, вероятно, не принимаете. То есть вы как будто бы требуете от него, чтобы он вот был каким-то, каким вы хотели бы, чтобы он был каким-то, каким вы хотели бы его видеть. Возможно. Но вот таким, какой он есть, вам его принять, вероятно, непросто. Таким, какой он есть, вам принять его сложно. Возможно. Вот. То есть мне кажется, что здесь вот в первую очередь я бы на это обратил ваше внимание. Я бы в первую очередь на эти моменты в первую очередь бы поисследовал. А второе, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это, пожалуй, то, что между вами общего. Ну, достаточно ли между вами общего, что вас связывает, вот, и так далее, потому что, ну, вполне вероятно, что того, что у вас друг к другу симпатия, да, несколько недостаточно для того, чтобы приезжать к вам в другой город. То есть человеку может быть это некомфортно, человеку может это быть не очень приятно, человек может, на самом деле может испытывать вот какой-то негатив, вот, на самом деле, от этого. И, как мне кажется, на это вы также вот не обращаете внимания. Вот. Хотя момент это достаточно важный для отношений ваших и для, ну, в целом для в целом взаимодействия. Вот. Понимаете, надеюсь, о чем я говорю.
И, наконец, возможно, последний момент, связанный с тем, что вы чувствуете себя вот, ну, как-то вот, что вас как-то задевает вот, то, что ну, что человек не захотел к вам не захотел к вам ехать, вот, вам это может быть неприятно. Вам это может быть неприятно. И, на мой взгляд, вот основаниями для того, что вам неприятно, да, ну, в принципе, можно поработать вот, с основанием для того, что ну, вас это может задевать, можно поработать. Вот. В том смысле, что ну, можно посмотреть, как вас это задевает. Можно посмотреть, как вас это нам напрягает. Можно поисследовать этот момент, как мне кажется. Вот. И дальше уже решить, что вам делать и в какую сторону двигаться. Вот. Мне кажется, что в любом случае вот вы склонны это воспринимать, я имею в виду то, что происходит, как некоторую такую ну, некоторый негатив ваш адрес. Вот. Мне кажется, что не думайте в этот момент о человеке самом, да, что, как мне кажется, несколько необходимо, если мы говорим, там, допустим, про любовь, про отношения, поэтому, на мой взгляд, вам нужно для себя подумать, что вы готовы, хотите, можете принять вот в мужчине, да, а что нет, потому что если что-то вы принять не можете, то вы не сможете принять это со временем. Вот. Ну, то есть вот, условно говоря, является ошибкой думать, что вы сможете принять то, что не принимают сейчас, например. Вот. Это ошибка, так думать. Вот. Поэтому решите для себя,
спросите у себя, на что вы нацелены, например. Вот. И дальше уже, я думаю, что из этого вы можете вполне исходить. Вот. То есть вполне вы можете от этого отталкиваться в своей, ну, стратегии поведения. Вот. И напишите, пожалуйста, вопрос свой. Вы его не написали. Вот. Поэтому не совсем понятно, чего вы хотите, не совсем понятно, что вам нужно, вот, и не совсем понятно, какой конкретно помощи вы хотите от психологов. Вот, поэтому это вот тоже такой достаточно важный, как мне кажется, момент. Вот. То есть ваш запрос. Потому что без запроса, соответственно, непонятно, куда двигаться дальше, куда вы хотите двигаться, над чем вы хотите работать. Вот. Такая история. Надеюсь, что это было вам полезно, надеюсь, что это было вам интересно, надеюсь, вы дадите обратную связь на мой ответ, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!